Добрались мы до города Керчь. Вот. Фух, дышаться не могу. Но тут пол горы на ремонте. Вот эта вот часть, памятник, который был построен в 1944 году. Дальше вот лестница знаменитая, которая соединяла вот эту гору и вот туда вниз, уж с улицы Ленина, было 3 яруса. И вот у нас сейчас здесь тоже, видите, идет строительство. Поближе потом подойду. Там написано Крымский мост. Вот видите, тоже идет строительство. Ну, я поднимаюсь выше и выше на гору. Митридатская гора. Фундамент древнейшего дома. Конец 7 века. Реставрация полным ходом идет. Сейчас спросила у экскурсовода, он говорит, почти 1,5 года уже как закрыта гора. Помню, мы приезжали посмотреть мост в 2017 году. И у этого Крымского моста фотографировались. Ветер поднимается. Это знаменитый Акрополь, который был на горе. Нет, надо обойти. Да вот-вот, спустите слева, и там, с левой стороны можно. Как хорошо видно. Раскопки. Вот. Видно с горы. Видите, идет реконструкция. Крымский мост написано. А вот наш мост, по которому мы передвигались, который соединяет Азию и Европу. На той стороне у нас остался Таманский полуостров. Это Азия. А вот мы сейчас уже находимся в Европе. Первый город в Крыму — это Керчь. Или как его еще раньше называли — Таврида. Поднялась на самую высокую точку. Внизу у нас город. На лестницу. Ну, вот прям вот где стоит будка охранников. Вот это вот лестница, про которую я вам говорила в начале видео. Сейчас мы будем спускаться. А вот знаменитый Крымский мост, где все фотографируются буковками. Красиво так выложили. Вот Босфор.
Босфорский пролив, который соединяется Азовским и Черным морем. Знаменитый пролив. Приходится обходить такой ветер. Как я уже говорила, здесь реставрация на горе уже полтора года. Ведутся раскопки, восстанавливают Акрополь. Ну, вот я обошла, чтобы показать вам мост. Он, наверное, не поможет. Спустилась с горы, ну, чуть-чуть, наверное, чтобы вот показать вам раскопки Акрополя. И вот у меня тут через дорогу стоянка для машин. Автобусы сюда не ходят, маршрутки не ходят. Пока мы поднимались в гору, значит, была конечная остановка маршрутки. На гору потом надо добираться самостоятельно. Вот это знаменитая лестница, про которую я вам говорила. Вот мы были на горе, ее видно было, такой спуск был. Ну, сейчас ремонтируют, и не подойдешь. Говорят, заново ее восстанавливают, строят. Так, ну, справа и лево тоже идет строительство. Она состояла из трех ярусов. Грифоны на одном ярусе. На одном ярусе был музей. Но, к сожалению, говорят, летом она будет открыта. Реставрация идет. Так, вот с этой стороны вот тоже не посмотришь, наверное, не видно. Вот эта знаменитая лестница. Мемориальная тоже там есть. Центр города. Романовская гимназия в честь Романова. 500-летие династии Романова. Ну, и она полностью будет сейчас переделываться, внутри все переделывается, чтобы была через пару лет музеем. А это еще один вечный огонь, два, видите, там наверху у башенки были белые на горе. И вот здесь вот. И здесь краткая история войны, как раз то, о чем успел сказать вам. Сюда поближе подойдите. Вот, главное. Пешеходная и единственная старинная улочка, ну как старинная, тоже 20 века, но она в 19 веке называлась Воронцовской. В честь Михаила Семеновича Воронцова, великого государственного деятеля нашего. Пешеходная. И на ней все магазины, все кафе, столовые, ресторанчики, пабы и прочее. И метров 100 по ней можно и нужно пройти. Она такая интересная. А потом там будет заграждение, и там уже пустая часть улицы. Это единственная, повторяю, улочка, сохранившаяся от старой Керчи. Рядышком вправо вы видите золотой переход и на город выгодное мраморное основание колонны. Больше здесь замечательности нет, тем более в старом культуре, хотя театр пушки.